подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Ре – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Негативные качества личности с числом имени 1 – эксцентричность, эгоистичность, доминирование над другими. У обладателя согласной Л в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Буква М в имени дает большую внутреннюю силу. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Это люди независимые, руководствующиеся разумом, уверенные в себе и убежденные в своей значимости. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Солнце помогает этому человеку и дает такие качества, как честолюбие, стремление к лидерству, амбициозность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.